Самые странные люди мира. Знакомьтесь, 39-летний Сандра, более известный в социальных сетях как мистер Скулфейс. Одержимый татуировками, житель Германии сделал операцию по удалению ушей, чтобы его голова была похожа на череп. Он потратил на операции более 6000 фунтов стерлингов. Это чуть более 600 тысяч российских рублей на модификацию своей внешности. И у него она действительно выдающаяся. Ну вот, посмотрите. Кроме того, помимо десяток татуировок по всему его телу и пирсинга, герой материала вставил ряд имплантов себе в лоб, предплечье, а также руку. Кроме того, хирургическим путем ему вживили в запястье чип для бесконтактной оплаты, а также сделали операцию по разделению языка и удалили оба уха. Известно, что он также хранит отрезанные уши в банке. А как думаете вы, стоит ли делать такие ужасы ради мнимой популярности? Ведь по сути, вот такая вот казуистика не гарантирует вам стать известным. Так как покуда на аккаунт мистера Скулфейс в Инстаграме подписано всего немножко более 2000 поклонников. Что думаете о внешности немца именно вы? Еще раз любуйтесь на этого человека. Если, конечно же, немцам можно действительно любоваться. Ну и на остаток. На сегодняшний день, как утверждают немецкие издания, этот немец безработный. По информации издания, сам мистер Скулфейс заявил, что «я думаю, что мне часто отказывают в работе именно из-за моей внешности», подчеркнул немец. Кроме того, Сандра планирует в дальнейшем сделать татуировки на глазных яблоках, изменив их цвет, а также удалить кончик носа. Выскажи свою точку зрения в комментариях под этим видео. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Подпишитесь на канал, поделитесь в социальных сетях. До новых встреч!